Это распаковка и комплектация MacBook Pro 2014 года, MGX 72, младшая модель старшего поколения. Внутри вообще ничем не отличается от предыдущих поколений. Тряпочка, которая была на экране. Это целлофанка, которую мы видим уже который год подряд. Зарядное устройство, которое такое же. Кабель к нему такой же. Хотя нет, у меня в прошлый раз было. Ну, это, видимо, европейский кабель. А до этого был американский. Ну, похрен, такой же считаем. Тут наклеечка и тряпочка. Никак комплектация не изменилась, но она по-прежнему нормальная. Зачем менять то, что как бы и так удовлетворяет всех и вся. MacAudage.ru. До новых встреч.